Спишь, потому что перед этим? Перед тренировкой. Спишь же, спишь. Если не поспать, вообще в хлам придешь. А раньше вот еще? Так я в 10 ложусь. Раньше в 11 я смотрю, просыпаюсь, всем не могу проснуться. Нет, начинается фильм. Влад засыпает. Фильм кончается, Влад просыпает. Смотрит на него, опа, конец. А это смотрит, какой удачный или нет. У меня нормально. Я бы представил через 5 минут, что там. Ладно, обязательно походу этот фильм, очень интересно. Вы туда чуть дальше. Интересно, все не играет или нет, эти новокупки? Я пойду во вторник. Смотрел, в среду смотрел, а четверг выступал. Так, что за сюда? Так, Пастухов, Гурдужа. Значит, вы будете делать больше, они будут делать меньше. Значит, сначала Лучкови. Так как классический захват не пройдет, Артем классический, да. Потому что он ниже и он ниже. Значит, отсюда или такой, или такой захват, как вам удобнее. Али классический. А что делать? Через плечо. Лучкови. 10 ты, 10 Владимир. Раз. Нет, в одну сторону. Куда? Пока в ту. А, классический. Классический, да. Оп. И. Хорошо. 3, 4, 5. Пока я считаю, вы делаете. 6, 7. Можете больше делать. 8, 9, 10. Поменялись. Отжимаем второй номер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменялись. Теперь вы в другую сторону. Берете одной рукой, одной. Да? Если не, да, и сюда. Пошли. Раз. Делаете больше, чем я говорил. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, молодцы, поменялись. Второй номер. Мы тоже так. Так же, да? Да, лучше всего если. Отжимаем, пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ножками глубина. Восемь. Вот лучше еще. 9. 10. На Т. Поменялись. Вправо-влево. Вы держите ручки, они будут подворачиваться. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9. 10. Поменялись. Пожалуйста, так же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, сейчас Пастухов и Джордужа броски через бедро для разминочки. Я в правую сторону. Да, сначала всегда в правую, любимую. Пошли 10 бросочков. Так, 3. 4. 5. 6.
7, 8, 9, 10. Хорошо, сейчас второй номер, 5 бросков. 5 делаем, пожалуйста, хаджиме, 1, 2, 3, 4, 5. Значит, сейчас 1, 2. Вы делаете классический захват. 10 бросков через спину с колен. Колено размяли. Присядьте пару раз. Вот так. Хорошо. Теплые надо одевать, чтобы мы сюда не хотели. Пожалуйста, пошли. 1, 2. Аккуратненько, сухо. 4. Вот давно не было. 5. 7. 8. 9. Последний бросок. Все, да? Хорошо, они 5 бросков делают. Владимир живой? Хорошо. Так, вы 5 бросков делаете. Класс больше. Здесь 5 колен тоже. Да. Все хорошо, Владимир? Да. Или тебе дать отдохнуть? Нет? Пошли. 1. Сам прыгай. 2. Делайте и не ждите меня. 3. 4. Еще разочек. 5. Хорошо, теперь в другую сторону. Пастухов и бордожа. Через спину с колен в другую сторону захват одной руки. 1. 2. Пару раз сделай аккуратно, он туда не попал. Может присесть немножко? Я приседаю. Сколько раз? Нет, 6, 10. 6. Вот так же попал. Да. 7. Ну что стоит? 8. 9. 10. Меняемся. Владимир может не делать, отдыхать в свое время. Он может делать. Хорошо, второй номер, 5 бросков. Пошли. Ну, пойду в сторону. Так он не... Вот так тут берем. Давай. В другую сторону. Ну хорошо, пусть так. 3. 4. 5. Стоп. Чезар и Владимир. Вон. Иди сюда, Владимир. Вы здесь отдыхаете, сейчас они сделают, а вы отдохни. Тут уже мертв. Видишь, 2,5 недели и все. И как будто ты не тренировался никогда. Да?
30 раз подвернулся, 20 раз упал. И все, смотри на него. У него уже глаза зеленые. Нет, все нормально. Все нормально, а? Да, так, вот так. Знаешь, как пианисты говорят? Один день, то есть Святослав Рихтер, это великий пианист и композитор заодно. Не было самолетов так сильно, его ездили на пароходе, на поезде там. У него была клавиатура от пианино, и он ее с собой возил. И вот он, то есть просто клавиатура без пианино, просто клавиши. И вот он садился и играл тренировку, потому что он сказал, если я приезжаю один день, не играю на пианино, на клавиатуре, значит, я чувствую, что я уже что-то не то. Два дня чувствую специалисты, которые разбираются в этом, а через три дня слушают, уже зрители понимают, что я не тренировался. Уже пальцы заплетаются. Вот я немножко работал, учился на фортепиано 5 лет, 5-6 лет. Гамма, вот как на тренировке, я пришел, размялся и гамма. И вот 15-20 минут руки. Пока. Потом только начинаешь играть. Готов? Туда. Туда. 10-0. Вы можете сесть отдохнуть. Бросок через пищу. Ай, давай. А тут кто? Опять поезд. Да, опять поезд. Надо скотчем завязывать. Поэтому между ног завяжем. Нечего завязывать. Бантиком на одном месте и все. Да, блин, нормально. Пошел. Да, давай, да, блин. Да, нормально, я да. Так, о, вы... о, да, о. 10 бросков, 10 право он, 10 право ты, 10 право он, 10 право ты. Все, пошли, выйдите сюда. Значит, смотри, делаешь шаг, вот здесь уходишь, ты делаешь шаг вперед. Вот смотри, нога впереди, я делаю шаг, наша нога впереди. Делаешь вперед, шаг ногой и показываешь. Раз. Разворачивай как можно ниже. И вот так, еще ниже. Давай. Ниже, прямо по земле. По земле, не поднимай. Вот так. Вот. Разворачивай. Шаг, подсечка, шаг, подсечка, шаг, подсечка. Пошли. 10 правый, 10 левый. 10 правый, 10 левый. Так. Не слышу пастухов. 6. Вот. 7, а то вы целый день дома с... Давай. Сидит и нифига не говорит. Не слышу. 9. О. 10. Следующий. 10 право. Тогда вот 10. 10. А, вы 10 право, 10 слева. Смотри, вправо классически сделал 10, потом он 10. Ну, ты влево, и он влево. 9 было. 9. Шаг вперед, мальчики. Давай, вы делаете. О, очень хорошо. Не слышал, Владимир. 2. Нет, уже влас считают. 2. Можете считать, это делают 1000 раз, блин. 3. Плохо. Чем ты еще этой рукой хватаешь, не могу понять. Вот здесь вот. Держи. Отсюда, еще отсюда берешь. Чтобы зафиксировать, а то фиксировать. Да. 5. Вот ты неправильно хватаешь, поэтому ты и не фиксируешь, блин. Опусти ручку тогда. Сделай шаг назад, не знаю. Вот. А что? На что стоит правильно? На что стоит прямо ноги вместе? Да, у вас по ноге, блин. Правый, левый, не забывайте. 10 на то, 10 на то.
теперь вот так. Берешь захват, раз, и показываешь пациенту. Все сделали? Да. Оп, видели, да, пацаны? Пока вы здесь отдыхали, они уже по 20 раз. Сделали, да? Сейчас. И в ту сторону. А в другую сторону делали? Да, сейчас. Так все сделали? Нет. Ну так делайте. Смотри, смотри. Вот стоишь. Раз, шаг назад. А это показываешь подсечку. Еще раз. Шаг назад, подсечку. Шаг назад, подсечка изнутри. Просто показываешь. А какая подсечка? Вот сюда, в центр. Вот, Али, Али, чем, чем? Давай, давай. Ты что, классические не делал? Делаю, вот. Нет, мы в ту сторону делали. Вот сюда делали. А, вы сразу сюда? Да, теперь в другую сторону. Сколько? Четыре. А, четыре. Другую сторону делаю, Влад. Другую, другую. Так да. Я делал. Да, да. Еще, где-то делаю, лучше сюда. Скоро классические запоминают. Владимир, чуть-чуть ножки шире, когда тебе будет легче, а? Нет. Все, отдыхайте. И еще раз заводитесь. А мне классический или сюда? Туда. Да. Туда. Давай быстрее в левую сторону, блин. Я думал, они сделали лишнее. Ходят, болтают, блин. Вот так. 50 бросков один. Минуты вот. 50 бросков другой. Потом следующий. Сделали? Нет, еще. Следующий. Опять. 50-50. Это уже что? 50-50. Это 150. 50-50. Это уже 200. 50-50, это же 250. 50-50, это 3. Вот только я за примеру. Ну когда уже взрослый был. Так, Пастухов, там Бордюжа. Опять он пальцы, блин. Быстро. Быстро ты, блин. Так, Владимир, идешь к Артему. Пальцы. Не надо держать жестко, когда рвут. Никогда не завазывал, блин. Это... Бери веник иногда, подметай дома, и у тебя не будет этих ссадин. Правильно? Вот у него физический труд. Он рюкзак домой носит. У кого? Пятерками. Ну вот, давай, мэй, тирай, мэй, блин. У меня не пальцы, тут рана очень много. Так иди сюда, рана, блин. Надо сразу сюда иди. Сюда иди. Так, нет, нет. Аккуратно в левую сторону. Захват одной рукой. Ну давай, дай сюда поезд, блин. Он забрал мне уже свой поезд. Я хотел бы заправить. Давай, вот я заправлю. Бросок? Да, бросок через спину с колен. Пять раз. Как быстро? Классический или... Нет. А как вот это называется, если не классический? Говнючий. Говнючий? Да. Нет, хитрый бросок. Хитрый. Давай, хитрый бросок. Пошли. Раз. О, блин. Стоишь как... Пей, присядь немножко. А вот, если я тебя дам... Ты вот так стоишь, ему некуда падать. Во! Не так его бросать. Да потому что руку не правишь. Два. Какую? Эту руку не правильно? Другую. Давай, давай. Отклонись, Владимир, блин. Отклонись. Вот. Давай, три. Давай еще два раза, блин. Стоп разговоров. Еще один раз. По падению. Вот. Вот сейчас я стоп. Страховку делай. Ее сейчас. И да он страховку не делает. И меня так вот сейчас нормально упал. Да он страховку до этого не делал. Потому что, ну, что ты не присел. Рана у тебя. А чего у тебя рана может быть? От ручки что ли? Давай пять раз закрытыми глазами в ту сторону. Глаза закрыты.
Раз. Вот. Вот, он с работку начал. Давай, не разговаривай с тренером. Вот. Приседай, все. Не разговаривай с тренером. Четыре. Пять. Хорошо, теперь вы делаете. Кто падал, делайте пять раз через спину с колен. Можете делать и через спину, можете через бедро делать, только и уходить не можете. Пожалуйста, Хаджина. Что-то ты начал много стрелять. Разговаривай. Делай замечание. Делай все. Прав или прав, делай. Еще один бросок и все. Хорошо. Так, Владимир, делаешь Пастухову.